А это наш бэк, в котором мы страдали, потом забирали. Вот, поэтому мы уходим в последний раз с улыбкой на лице, можно дарить палет какой-то там, что-то еще. Люди страдали. Вот, тот гребаный офис, в котором увольняли и нанимали людей. Долбанный туалет, в который ходили и просиживали часы. Корона, люди, которые остались, он проходит и работает. Вот, и последний день. Вот, испанцы. Так что я хочу сказать, что сегодня реально крутой день. Я иду за последними бананами, кстати, самыми дешевыми, которые только есть в магазине. Из всех продуктов практически 23 цента за, ну, килограмм чем-то там. Поэтому это нормально. Это Стив, который все время нас подвозил. Это Антон, оставшийся выживший. Вот, и я записываю видео, как последний день. Мои рабочие, последний локаут. У меня предпоследний. Да, ну, Антон, как всегда, самый определенный человек не определился, когда он закончит свою работу во время. Нет, да, Антон определился, а Олег просто любит поговорить. Вот, и так что я давно эта мечта сделать, вот так ты подходишь к этому ряду, так типа делаешь вот так, ой, фу, господи, вот. А что самое интересное, Антон будет это умер. Вот, ну, тогда мы идем дальше за бананами. Давай. В общем, это очень классно. Идем дальше. Ряд мяса, которое просто пропитан стероидами, какой-то херней, с сахаром. Вот никогда невозможно его нормально пожарить. Сковородки все грязные становятся. Попробуй очистить. Кукуруза, корм. Тоже один из самых дешевых. Бананы. Вот это бананы. На протяжении трех месяцев мы ели эти бананы и понимали, что уже 58 центов, кстати, подорожало чуть-чуть. Я сейчас выберу какой-нибудь такой, знаете, вот неплохой, наверное, банан. Зеленый, правда, зеленоват, но я возьму, наверное. Потому что бананы это что? Это наше здоровье. Если хотите, можно взять ананас. Ананас, наверное, ну, я не умею выбирать ананас, наверное, не буду брать ананас, потому что, ну, кто его знает. Яблоки, смотрите, просто видно, что они прям блестят, красота на первый взгляд. Ну, на самом деле, они ГМОшные. Вот, я возьму одно яблоко, такое одно из самых... Ого, смотрите, яблоко даже гнилое немножко есть. Вот это да, немножко-немножко. Ну ладно, раз оно чуть гнилое, можно взять, может, что-то реально на настоящее. Вот, дыни. Так что классно. Вот, Антон решил ставить себе 5 копеек еще. Пойдемте сфоткаемся с Тимом. Да, а Тим уже пришел? Он тут Стив. Стив. Со Стивом? Да, пошли. Так а чего? Ладно. Я еще запишу видео, давайте.